Добрый вечер. Хочу стать медийной, сниматься в кино, но думаю, что лицом не удалось. На фото окей, на видео сильно видна асимметрия и улыбка не Голливуд. Далеко до любимого всеми baby face. Боюсь, что никуда не возьмут. Смотрите, если бы там только были baby face, было бы очень скучно. Есть разные лица, просто фокус нужно направить на поиск разных. Это первое. Второе. Вам сразу в Голливуд надо или можно что-нибудь не сразу? То есть страх, вот этот огромный гипноз, который вы сами себе нарисовали, нужно делить на кусочки. А если не в Голливуд, то вы не согласны? Понимаете, да? Все с бэби-фейсами, любой фильм открываешь, там одни бэби-фейс? Нет, естественно. Самые характерные лица, там вообще не бэби-фейс далеко. Получите в подарок мой трехдневный курс по улучшению жизни «Начните получать больше». Для этого нажмите на ссылку в правом верхнем углу, перейдите на сайт и оставьте свою почту для получения видеоуроков. Почему постоянно встречаются мужчины, которые не проявляют ухаживаний? Нет любви к себе, первое. Второе, что может быть? Страх отношений. И вам кажется, что вокруг нет таких мужчин, но вы сами избегаете этих мужчин. Потому что если начнут ухаживать, вам понравится, у вас начнутся отношения, а отношений вы боитесь. Понимаете, в чем дело? То есть разные причины могут быть. Лучше всего сесть, посадить себя перед листом бумаги и рассказать себе откровенно, почему нет. Вот почему нет. И рассказывать, может быть, придется часто. Для меня было откровением, девушка, спасибо ей большое, она поделилась в сторис, что она исписала толстые тетради, не одну толстую тетрадь, толстые тетради будильников. Будильник – это как раз ответ на вопрос, почему я до сих пор не? Это к вопросу о том, кто хочет над собой поработать. Да, и кто хочет результата. Толстые тетради будильников. То есть садитесь один раз за стол и рассказывайте себе, ну почему нет? Почему нет? Второй раз, третий раз, четвертый раз, пятый раз, десятый раз. Потому что все причины неудач и удач тоже. Любые причины того, что происходит во внешнем мире, они находятся внутри. Чтобы эти причины вытащить, мы должны себе ответить на вопросы, уметь отвечать себе на вопросы, не сдаваться и быть готовыми к тому, что сразу ответов не будет, потому что мозг защищается, ему изменения не нужны. Он будет говорить «не знаю», ну а вы раз, раз и еще раз, опять, опять и опять. О чем может говорить ответ мужчины на вопрос, какое качество ценишь в женщине больше всего, чтобы мозги не делало? Пока стадия знакомства. Мужчине 40. Все, что человек рассказывает, он рассказывает о себе, о своем опыте. То есть, значит, его это волнует. Значит, был в его жизни кто-то, кто здорово делал ему мозги. И здесь хорошо бы узнать, если у вас есть планы на отношения с ним, хорошо бы узнать, что такое конкретно делать мозги. Что такое конкретно делать мозги? И вы как раз узнаете о мужчине, подходит ли он вам, к примеру. Потому что для кого-то, кто-то имеет в виду делать мозги, это реально просто попался какой-то нудный человек, попался человек, который себя не любит, попался человек, у которого нет своей жизни, попалась женщина, которой ее жизнь неинтересна, она сама себе неинтересна, и вот она вцепляется в этого мужчину, хочет от него всего, всего его свободного времени, чтобы он постоянно с ней был, постоянно как-то ее развлекал, постоянно внимание уделял. Если не пишет, не звонит, что-то там такое не делает, значит, все, не любит и так далее. Может быть, попалась какая-то контролерша. Контроль, он, кстати, тоже не от любви к себе. Контролерша какая-то попалась, которая постоянно мурыжит человека. Может быть, попалась барышня, которая ревнивая, без причины. Вот эти постоянные допросы, вопросы, попытки контроля, которые реально людей достают. То есть, с одной стороны, это могло быть реально ненормально. Опять же, норма, да, мы сами определяем, что такое норма в отношениях. Но это может быть реально
какое-то психоотклонение. Это может быть реально отсутствие любви к себе, когда у человека нет своей жизни, он вцепляется в мужика и мучает его целыми днями, даже вот чтобы он с ней нянчился. А может быть, попытка женщины, совершенно нормальная, объясниться, разговаривать, прийти к какому-то общему знаменателю, найти какой-то компромисс, найти общее решение. И он на каждое вот это говорил: не делай мне мозги. То есть здесь бы еще хорошо понимать, какие у мужчины вообще цели на отношения? Если в его понимании идеальные отношения – это когда он делает все, что он захочет, а она молчит и танцует, да, то задать себе вопрос: вам это подходит? А все, что будет касаться разговоров, переговоров, там еще чего-то, его это не интересует. Где брать мотивацию? Слушайте, я вам открою большой жирный секрет. Мотивация, ну, это вообще редкость. Особенно, если человек не привык себя как-то мобилизировать. Мотивация – это редкость. В основном она приходит извне, да, такой пинок под жопу, что называется, по-другому не скажешь. Безденежье, нищета, болезнь, осталась одна с ребенком, нечем за квартиру платить. И начинает человек шевелиться. Мотивация от... То есть это тоже мотивация. Просто многие ее не учитывают. Многие употребляют слово мотивация в значении: какая-то звезда спустится, вдохновение, и я вскочу и побегу, и оно само как-то будет делаться, все будет легко, нифига подобного. Мотивация, к примеру, мотивация от настигла там что-то, как какой-то кризис по всем фронтам. Человек начал шевелиться. Вот вам мотивация. Мотивации к, которые так ждут люди, не знающие, думая, что это вот если я сама захочу, это будет так легко. Да ни хрена не легко. Мотивация один день в году приходит, все остальные дни ты ставишь на дисциплину. Потому что мы человек. Лень, саботаж, страх. Вот хочется много денег? Хочется много денег. А что на пути к деньгам ждет? Что ждет на пути к деньгам? Очень много действий. И на этом действии страх, на этом саботаж. Здесь какая-то критика внутренняя, здесь критика внешняя. Здесь не могу собраться, здесь не могу себя заставить. То есть это процесс, который разбивается на отрезки, и на каждом отрезке ждет своя кочка. Все, и тупо дисциплина. Тупо – это значит не рассуждая. Вот тупо дисциплина. Берешь и делаешь. А вот эта вот мотивация, да блин, господи, если бы я ждала мотивации, где бы я была? Решила отдохнуть от отношений, и тут встретился интересный мужчина. Вот, кстати, интересные мужчины, самые интересные варианты мужчин как раз встречаются, когда женщина убирает фокус с отношений. Она либо злится и говорит себе: пошли все нафиг, мне никто не нужен, я уделяю время себе, я решаю это время посвятить себе и так далее. Либо она говорит: я хочу отдохнуть от отношений, либо что-то такое. В ней пропадает вот это вот, ну что, ты мужчина моей жизни или нет? В ней что? Появляется легкость. Да плевать я хотела на отношения, мне и так хорошо. Я решила отдохнуть от отношений. Не нужны мне никакие отношения. У меня все прекрасно и без отношений. Вот как раз на эту легкость люди и идут. Не потому что они безответственны, не потому что они такие плохие. Потому что нормальному человеку, которому есть что терять, не хочется вот так вот сразу попадать куда-то, брать на себя ответственность, какие-то обязательства и так далее. Зачем? Я еще не знаю эту тетку. С какой стати вообще? Да? Поэтому что делать, и вам решать. Просто запомните это состояние, и если в этот раз вы не совпадете с человеком, по каким-то причинам, просто запомните это состояние, когда вы на эту легкость раз привлекли интересного мужчину. И включаете эти состояния почаще, когда будете в поиске. Во что бы посоветовали инвестировать и приумножить? Слушайте, это большая ответственность. Это большая ответственность. Ну, сейчас такие по хорошей стоимости можно купить какие-то акции, которые
Возрастут в любом случае. Сейчас же кризис, да? Поэтому все так. Один день падает, другой день еще больше. Когда экономика начнет налаживаться, года через два, не раньше. Раньше не ждите. Года через два экономика начнет налаживаться, все это очень хорошо вырастет. Это вот, тот, вот такой вот общий вариант. И еще отличный вариант – в себя вкладывать. Это всегда приносит бонус. Всегда. То есть, если есть средства, которыми вы можете свободно распоряжаться, и у вас есть такой вопрос, ну куда, куда вложить, да? Часть в ценные бумаги, часть в себя. Потому что ни один кризис экономический не отнимет наших навыков. Может случиться война, что-то там разрушится, развалится, обанкротится, недвижимость потеряет свою стоимость и так далее. Может еще какая-нибудь хрень случится, типа вот вируса. Но какая бы хрень ни случилась, пока мы живы, наши навыки – это то, что мы можем применить на любом конце земного шара и всегда заработать себе денег. Всегда. Да? Что бы ни случилось с экономиками всех стран. Экономики всех стран, объединяйтесь. Как вы поддерживаете стройность? Как я поддерживаю вес? Какие битвы идут? Я заставляю себя есть просто. Я настолько потеряла интерес к еде с этими ценностями. Начните любить себя, и вам скучно будет и есть, правда. В жизни столько прекрасностей. Еда – это удовольствие для бедных, вот честно. Для бедных духом в том числе. Для тех, кто мало себя знает и очень слабо себя знает. Поверьте, человек – это больше, чем тот, кто хочет есть. Вот правда. У него столько интересов. Вот если вы заглянете внутрь и пойдете у себя на поводу, там столько интересов, там столько прекрасностей. Просто вот бери и, что называется, развивай. Времени не хватает. Поэтому на еду вообще жалко. Запихиваю просто на ходу и... Я всегда думала, что человек поменяется. Скажите, люди меняются? Но опять же, люди меняются, люди корректируются. Люди корректируются. Когда мы в отношениях, мы же не можем сказать, что мы не меняемся. Естественно, мы меняемся. Почему? В первую очередь, потому что мы переопыляемся с человеком. И мы переопыляемся больше, когда мы любим. Вот если мы в замуже по любви, мы переопыляемся. Мы же смотрим на него с любовью. Мы же смотрим с восторгом. Какой ты классный, да? А зеркальные нейроны работают лучше всего, когда мы обожаем человека. Поэтому, конечно, мы переопыляемся, конечно, мы меняемся. Но это не то, что вот стал совершенно другим. Нет, корректируемся. То есть здесь что нужно отметить? Человек сам меняется, когда он хочет, когда он смотрит на вас с любовью. Ему нравится что-то, он себе это присваивает, и он меняется. Это как раз к вопросу о том, когда женщина говорит, как мне на моего мужчину повлиять? Я хочу, чтобы он занимался саморазвитием. Я хочу, чтобы он там что-то хотел, цели писал, ставил, вел здоровый образ жизни и так далее. Ты веди здоровый образ жизни, ты ставь цели, ты занимайся, и при этом не дави на него. Не надо превращаться в училку, в воспитательницу, которая все знает, сейчас научу, сейчас я тебе покажу. Он взрослый мужчина, нужно относиться с уважением к его мнению, к его позиции. Не хочет он заниматься, не хочет он, имеет право, он не хочет. Да? Поэтому мы занимаемся своей жизнью, мы устраиваем свою жизнь. Нам в нашей жизни хорошо и прекрасно. И когда он смотрит, и ему нравятся изменения, да, то есть это не просто сходила на тренинг, написала, я поняла, начала там ему, да, ты давай. Нет, ты первая давай, покажи результаты, человек восхитится твоими результатами, человек увидит изменения, они ему понравятся, хочешь, не хочешь, он это воспримет. Вот это самое быстрое влияние из любви. Опять же, если есть отношения, потому что у многих есть брак, люди живут вместе, но у них отношений нет. Отношения подохли давно. Все, отношений между ними нет.
не надо в этом случае рассчитывать на то, что он кто-то что-то скопирует. Он, может быть, женщину свою видеть не может. Все, не хочет он. Он с ней живет, у них есть дети, но видеть он ее не хочет. Ничего он не скопирует, естественно, он не поведется. Поэтому самые большие изменения происходят, когда есть любовь. И когда вы не давите, не давите. Вот вы просто показываете результаты, да? Делитесь, он видит, восхищается, ему нравится. И смотришь, он тоже начинает заниматься. Смотришь, она ему там что-то подсунула. Смотришь, вовлекся и так далее. Смотришь, уже и вместе там куда-то поехали на какой-то тренинг и так далее. А что касается зависимости, там, смотрите, другой момент. Потому что очень часто женщина живет с мужчиной с зависимостями и начинает там вот это вот, да, а люди меняются. Тоже возможно изменение, тоже только если он сам захочет. И что может сделать женщина, чтобы он захотел? Поставить ему условия. Или я, семья, или это хрень. Да? Если ты лечишься, я тебя поддерживаю, если ты не лечишься, спасибо за все, я ищу здорового. Моим детям нужен здоровый отец. Мне нужен здоровый муж. Все. Все остальное, вот то, что женщина... Ну, причина же во мне. Мы же там всегда в отношениях виноваты. В отношениях виноваты оба. В зависимости виноват один. Все. Наркоман, алкоголик, игроман. И еще там что-то, какое-то расстройство. Лечиться к доктору. Все, не надо никаких танцев, не надо никаких тренингов, не надо никаких, я сейчас буду меняться и что-то там изменится. Нет, меняйтесь для себя.